Представляем вашему вниманию гайковерт от компании Zuhause. Гайковерт приходит вот в таком вот очень прочном, надежном кейсе. Ударный бесщеточный гайковерт с крутящим моментом 650 ньютон-метров, максимальной скоростью 2500 оборотов в минуту и силой удара 3500. У гайковерта есть три режима: прямое вращение, обратное вращение и импульсное обратное вращение, что очень удобно для откручивания гаек, чтобы они не выпадали при работе. Также у гайковерта есть подсветка, есть индикация отображения заряда аккумулятора, также гайковерт имеет плавный пуск. Что вы получаете в комплекте помимо самого гайковерта? Это, естественно, два аккумулятора емкостью 4000 мАч и мощностью 21 вольт. Зарядная док-станция. Ремень стропа. 4 торцевые головки диаметром 13, 17, 19 и 21 мм. Торцевой ключ. 5 бит для торцевого ключа и 1 переходник. 9 торцевых головок диаметром от 5 до 13 мм. Также в комплекте идет 4 шестигранные биты, еще их по-другому называют торцевая бита. Они идут с магнитом диаметром, сами биты диаметром 6, 8, 10 и 12 мм. 6 сверел, 3 по дереву и 3 по металлу, диаметром 4, 5 и 6 мм, соответственно, как по дереву 4, 5, 6 мм, так и по металлу 4, 5, 6 мм. Два переходника, один удлинитель для торцевого ключа и один Т-образный удлинитель для торцевого ключа. Гибкий вал и 6 разных бит. 2 восьмигранные, 2 крестообразные и 2 прямые. Данный гайковерт можно использовать как шуруповерт. Внутри центральной насадки есть разъем под биту. Также, например, для кровельных саморезов можем взять биту шестигранную и закручивать сразу ей. Что очень удобно в постройке заборов, кровли, то есть перекрытие крыши и так далее. Также данный гайковерт можно использовать как дрель, используя сверло с шестигранным наконечником. Также вставляется в центр сердцевины.